делегация группы компаний «Татнефть» посетили производственную площадку «Топарта», которая является совместным предприятием «Вакера» и «Татнефть». Приятно удивлен, что такой объем вложения уже сделан не только в деньгах, но и в принципе, производственной мощности. Самое главное, уже пошло трудоустройство людей и пошел выпуск продукции. Надеюсь, в ближайшем будущем проекты по увеличению объемов, по налаживанию и организации выпуска новой продукции также реализуются, и мы получим совместный эффект. Есть производственные мощности, есть загрузка персонала, а в конечном итоге есть прибыль, есть стабильность.